ее фаворит. Она мечтала с детства танцевать. Начала свой путь танцевальный с 12 лет в городе Рудном. После школы поступила на хореографию. После окончания колледжа пошла в университет, также на хореографию, и пришла работать к нам. Она душой и сердцем болеет за свой коллектив. Трепетно относится к каждой постановке. С 2017 года работает хореографом в районном доме культуры. За короткий период трудовой деятельности зарекомендовала себя как ответственный, целеустремленный, трудолюбивый сотрудник. Под профессиональным руководством Кристины Геннадьевны в РДК занимается танцевальный коллектив «Фаворит», достижения которого делают честь Денисовскому району. Коллектив является неоднократными дипломантами и лауреатами международных, республиканских, областных и региональных конкурсов и фестивалей. Среди них областной конкурс народного танца «Тобол Толкундары», дипломаты конкурса 2017 года, почетное третье место, сертификат на 70 тысяч тенге 2018 год, республиканский творческий конкурс «Фантастик Тэлэнт», лауреат первой степени 2019 года, старшая группа, республиканский творческий конкурс «Фантастик Тэлэнт», лауреат первой степени 2019 года, младшая группа, международный танцевальный коллектив «World Dance», благодарственное письмо руководителю коллектива «Фаворит» Коваль Кристина Геннадьевна, дипломы за вторые и третьи места коллектива «Фаворит», памятные кубки, медали. Международный фестиваль конкурс «Салем Астана», гран-при в номинации «Хореография» 2021 год. Кристина Геннадьевна, доброжелательный, коммуникабельный, отзывчивый человек, пользуется уважением в коллективе, умеет грамотно планировать свою работу, определять цели и задачи, правильно расставлять приоритеты. Она не стоит на месте, всегда стремится вперед, как и ее коллектив. Творчество к себе влечет стремительная цепка. Движения, ритм и музыки родство переплетались яркой подсветкой. Здесь красота рождает красоту, какую? Ту, в которой нет покоя. И сердце вновь стремится в высоту, подвластно танцу, чтоб гармонию с душой.
дорогие друзья, уважаемые зрители, сегодня в нашем зале настоящий праздник, праздник таланта, кропотливого труда и радости творчества. Дорогие гости, нам хочется, чтобы именно сегодня вы в полной мере почувствовали магию танца. И повод более чем торжественный, ведь сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить 5-летний юбилей хореографического коллектива «Фаворит». Сегодня на эту сцену будут самые талантливые дети, за хрупкими спинами которых десятки, сотни репетиций и выступлений. У каждого воспитанника свой характер, своя стать, но есть в этом коллективе то, что неразрывно связывает таких разных ребят. Это любовь к танцу, безоговорочная, безграничная. Но всем известно, что она не возникает просто так, на пустом месте. Коллективом пройдет большой, интересный путь. Давайте окунемся в прошлое и посмотрим, как все начиналось. Yeah.
Thank you.
не верится, что очаровательные девочки, которые выйдут сейчас на эту сцену, когда-то были крошками, как наши дебютанты, которые выходили сюда первый раз, а сейчас они уже многому научились и радуют наших зрителей. Встречайте, перед вами старшая группа танцевального коллектива с сатарским танцем «Большая стирка». Среди которых есть выпускники.
Шахниса, Жумперова Тарига, в очередной раз радует своим выступлением. И сегодняшний концерт в «Фаворите» для нее завершающий. Но мы надеемся, что она и дальше продолжит свой творческий путь и будет рада развить свое выступление. Всем здравствуйте. Меня зовут Жумперова Тарига. Я люблю Кадинского класса. Во-первых, я хочу поблагодарить ко всем Геннадию, танцевальный коллектив «Фаворит» и поздравить их с мини-юбилеем. И желаю вам успехов и много всего наилучшего. Всем здравствуйте. Меня зовут Жумперова Виктория. Я хочу пожелать моему любимому танцевальному коллективу удачи, успехов. Я вас люблю. Всем здравствуйте. Меня зовут Симонова Мадина. Я хочу поздравить Кристину Геннадьевну с юбилеем коллектива «Фаворит». И хочу пожелать вам успехов, побед, чтобы шли только вперед и никогда не сдавались. Добрый вечер всем. Меня зовут Медведева Светлана. Я тоже выпускница танцевального коллектива «Фаворит». И очень рада была быть частью этого коллектива. Столько много прекрасных воспоминаний, очень много чудесных моментов. Спасибо вам, Кристина Геннадьевна, за эти эмоции, за этот опыт. Счастья и процветания этому прекрасному коллективу. Я еще пока не выпускница, но уже выпускница. Хочу сказать большое спасибо, что вы пришли поддержать наш коллектив. Я надеюсь, что это наш не первый юбилей, а нашим девочкам, всем новым, старым, желаю успехов, Кристине Геннадьевне, карьерного роста. Я вас очень люблю, всех девочек я тоже люблю. Большое спасибо. Встречайте, казахский танец, средняя группа.
зрителям за бурные аплодисменты. А мы продолжаем листать страницы творческого альбома хореографического коллектива «Фаворит». Чем чаще зрители будут улыбаться, тем лучше танцоры будут стараться. Встречайте, средняя группа танцевального коллектива «Фаворит». Русский танец «Весну звали». Долго-долго подрастает будущее поколение, мы сейчас видим на сцене. Когда-то наши дети были такими маленькими, сейчас они уже вон какие. Благодаря вам. Ну, желаю вам всего самого хорошего. Спасибо вам большое. Также хочу поблагодарить художественного руководителя нашего ДК, Хадишу Жумабаевну, которая всегда присутствует, которая всегда с ними. Всего вам самого хорошего. Я видела.
Сейчас на эту сцену выйдет руководитель отдела культуры и развития языков Акимата Денисовского района Хасанова Нагима Спановна. Этот человек также играет важную роль в жизни коллектива. С ее поддержкой мы стремимся вперед. Құрметті бүгінгі біздің мерейтойдың қатысушылары, ата-аналар, туған-туысқандар, бәріңіздің да бүгін кішкентай болса да, 5 жас мерейтойымызға келгендеріңізге, бәріңізге да рахметімді айтамын. Дорогие друзья, сегодня наш маленький праздник, первый юбилей, 5 лет. Казалось бы, для человека это всего лишь 5 лет, а для такого коллектива, как танцевальный, это прекрасные годы, когда появлялись здесь маленькие дети, они выросли за эти 5 лет, они стали уже взрослыми. Несмотря на эти годы, Кристина Геннадьевна, если можно вас пригласить сюда, я просто хотела бы сказать, что это, наверное, вторая мама ваших детей, потому что с ними работать, научить их танцевать, научить их вот этому прекрасному творчеству, это большого и дорогого стоит. Это, будем говорить, вместе со своими детьми, а их уже практически более 80, где-то до сотни доходит, потому что это не первый выпуск, у нас уже были выпуски этого коллектива. Кристина Геннадьевна вместе со своими детьми уже исколесила, наверное, тысячи километров. Она побывала в селах со своими коллективами, она побывала в области, не один конкурс за эти годы они, будем говорить, побеждали, участвовали. Да, это были первые шаги, но они были тоже результативные. И я хочу сказать огромное спасибо поддержке вас, родителей, потому что когда вы нам разрешаете с вашими детьми выехать на конкурсы, на фестивали, потому что это большая ответственность. И я думаю, что сегодня вот на этой сцене вы увидели только часть, увидите только часть того, что могут показать наши дети. Кристина Геннадьевна очень сама творческий человек и очень отдается этому прекрасному искусству, как танец, и этому же учит маленьких детей. Поэтому я хочу еще раз вам лично сказать большое спасибо за ваше творчество, за ваших детей. И я думаю, то, чему вы научили своих детей, они запомнят на всю жизнь. А может быть, кто-то из них пойдет и по вашим стопам. Танцевать приходят, наверное, дети маленькие, еще ничего не умеющие. Но научившись, это дает не только умение танцевать, но и быть в одном коллективе. Потому что быть едиными... А танец, его, наверное, под фонограмму не сделаешь. Да, это творчество, это руки, это ноги, это умение, это все вместе. Поэтому я бы сейчас хотела вручить грамоту. Дело в том, что в этом году на День работника культуры Кристина Геннадьевна была отмечена управлением культуры. Грамоту мы ей уже вручили. Грамотой управления культуры как один из лучших наших работников. Давайте поаплодируем. И еще раз ее поздравим. Ну а сейчас, Кристина Геннадьевна, я бы хотела вам вручить грамоту в честь сегодняшнего нашего юбилея. Вам вручаю, ну и здесь это вашему коллективу, ну небольшая, будем говорить, такая, на шоколадке. Большое спасибо, Кристина Геннадьевна. И, конечно же, теперь я хочу поздравить и сказать большое спасибо нашим родителям, да, Кристина Геннадьевна? Творческой деятельности вашего ребенка, благодаря вашей поддержке, пониманию, мы сможем и дальше воспитывать молодежь, полную сил и устремлений к творчеству. Желаю вам мира, благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в труде и в дальнейшем воспитании вашего ребенка. Пусть он всегда радует вас своими успехами. И благодарственное письмо вручается такого текста Мурадулаевой Панаре Беганитовне. Вот сегодня на сцене Фатима, которая практически...
практически будем говорить, она и поет, и танцует вот на этой сцене. Панара Беганитовна, вам огромное спасибо. Вы постоянный наш зритель, вы наш болельщик. Большое спасибо, что вы есть. Таким же благодарственным письмом награждается Жаумбаев Асид Жаумбайло. Я так понимаю, этот скромный молодой человек не пришел, вернее, не заходит в зал. Где-то должна быть супруга Асем. Вообще нет мальчиков, но зато есть активные папы у нас. И мальчики, мамы, папы, направляйте к нам своих мальчиков. Спасибо огромное, Рахмет. Благодарственным письмом награждается Чеботай Татьяна Николаевна. Пожалуйста, просим вас на сцену. Татьяна Николаевна, родственники, ну тогда дочь. Просим вас, это очень творческий сама человек, Инна Александровна, и дочь, одна из наших первых, она пришла маленькой участницей, и я думаю, что будет в нашем коллективе до выпуска. Спасибо большое. Сегодня, как уже говорили, на сцене была выпускница этого года, Дарьюша, и мы хотим благодарственное письмо вручить Журпервой Айгуль Маденовне. Айгуль Маденовна, пожалуйста, спасибо вам большое. Вы видите, Дарьюша на этой сцене выросла. Кандай, Казарайтадо, Гуль, Жердингуль, Горка, Хз, Ельдингорка. Дарья Осыбызн, Ельдингорка, Болсын. Рахмет сізге. Также на эту сцену приглашается мама одной из наших участниц, Тукимбаева Жансу Валиханна. Большое вам спасибо, Жансу, за то, что вы, будем так говорить, всегда болеете за нас. И я хочу сказать, что сегодня, несмотря на то, что сейчас вот вручу и скажу, рахмет вам большое. Я хочу сказать, что даже сегодня, готовясь к своему концерту, отчетному, наш коллектив уже сегодня принял в одном мероприятии. Это мероприятие было сегодня в 11 часов. Приезжала к нам Ольга Андреевна Киколенко, заведующая центром немецкого общества возрождения. И наши ребята показали там свои номера, вот этот прекрасный татарский танец и немецкую польку. И нас пригласили на слет немцев в Кустанайской области, где мы покажем свое творчество. Это будет в конце июня, в начале июля. Также на сцену приглашается Жансирикова Асимгуль Булатовна. Асимгуль, сізге рахмет, өзіңіздің қызыңыз, осы біздің сахнада өз өнерін көрсеткеніне. Бүгін мне залда біздің қыздардың аталары, әжелері отыр. Бәрімізге да мұнда бір рахмет. На сцену приглашается Кузнецова Татьяна Николаевна. Так, молодцы. Мамы нет, но дочери здесь. Дело в том, что этот год у нас объявлен президентом нашим годом детей Балаларжила. И вот недавно только прошел онлайн республиканский конкурс «Безбаптықты Баламыз», в котором приняли участие наши маленькие начинающие участники. И хочу вам сказать, я думаю, что сейчас будет шквал аплодисментов, в этом республиканском конкурсе наша средняя группа танцевального коллектива «Фаворит» заняла гран-при. А младшая группа заняла первое место. Вы знаете, я уже сегодня говорила, что очень мало у нас, будем так говорить, мальчиков в коллективе, но зато есть папы, которые приводят на репетиции своих дочерей. И один из них это... Благодарственное письмо вручается
колодяжному Николаю Александровичу. Если он здесь, поднимитесь. Если нет, то я, насколько знаю, где-то здесь должна быть супруга. Наталья, пожалуйста. Давайте поаплодируем. Дело в том, что этот конкурс прошел, и нужно было сделать взносы. И благодаря нашим родителям наши ребята приняли в нем участие. Спасибо, Наталья. Огромное вам спасибо. Я думаю, что через определенное время вы тоже будете здесь, в зале, и увидите, когда будет выпускной наших детей. Также благодарственное письмо вручается Белостоцкому Владимиру Ивановичу. Если он здесь. Владимир Иванович. Нет? Супруга Владимира Ивановича? Тоже нет. Дочь Владимира Ивановича? Хорошо, значит, передадим. Благодарственное письмо вручается Тихомировой Наталье Викторовне. Наталья Викторовна, поднимитесь на сцену. Большое вам спасибо за поддержку. И я думаю, что все это оправдается творчеством наших детей. Спасибо вам. Благодарственное письмо вручается Утешевой Анне Анатольевне. Анна Анатольевна, просим вас подняться на нашу сцену. Я очень рада, Татьяна Александровна, что вы здесь сегодня, наш любимый доктор, знающий наших детей всех. Вы пришли посмотреть сегодня на творчество вашей внучки. Спасибо. Благодарственное письмо вручается Захаровой Наталье Александровне. Наталья Александровна, если вы здесь. Наталья Александровна Захарова, мы просим вас подняться на эту сцену. Благодарственное письмо вручается Орос Юлии Александровне. Юлия Александровна, просим вас подняться. Давайте поаплодируем. Это мамы, давшие жизнь нашим детям, которые нас теперь радуют на этой сцене. Благодарственное письмо вручается Шиц Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна, просим вас подняться на нашу сцену. Thank you.
вашим детям раздавали мороженое и сладости. Большое вам спасибо, пусть вас радует творчество. На сцену приглашается дама Надежда Дмитриевна. Надежда Дмитриевна. Надежда Дмитриевна передаст дочь. Поздравляю, спасибо. На сцену приглашается Якушинская Наталья Ивановна. Наталья Ивановна Якушинская. Ей тоже передаст дочь. Спасибо большое. И на сцену приглашается Коваль Мария Ивановна. Мария Ивановна, просим вас подняться на сцену. Спасибо вам большое. Желаю творчества вашим детям. И, конечно же, хочу сказать большое спасибо. Сегодня нашими ведущими являются наши выпускницы, наши девочки. Это Мадина и Синоманова, Жирновых, Виктория и, конечно, Дарига Журперова. Я хочу вам пожелать, где бы вы ни были, не забывайте свой коллектив. Я хочу вам пожелать, пусть перед вами будет белая дорога, мы с вами еще на выпускном встретимся, но я хочу вам сказать, вы экзамены сдали, вы уже ступаете ногами во взрослую жизнь. И пусть перед вами будет солнце, тепло и, конечно же, ваш любимый коллектив. И все то, что дала вам Кристина Геннадьевна. Счастья вам! Мы любим вас! Еще раз с праздником! Счастья, благополучия! И я хочу сказать, несмотря на то, что был коронавирус, наш коллектив никогда не стоял на месте. Он всегда творил. Поэтому давайте ценить минуты нашей встречи. Давайте ценить свое здоровье. И пусть будет мирное голубое небо, чтобы мы могли слышать, видеть наших детей. Еще раз праздником коллектив «Фаворит». С юбилеем вас! You're gonna wake up, it's all new.
Человек, который вносит большой вклад в ее развитие. Встречайте, руководитель танцевального коллектива «Фаворит» Кобальт Кристина Геннадьевна. Добрый вечер. Буду кратко. Я люблю очень своих деток, Жуна. Хочу вам сказать большое спасибо за ваше доверие, что вы доверили своих деток. Мне они самые прекрасные, самые лучшие у меня, для меня. И мне всегда важно, как они танцуют для меня. И мне не важно, что там, как кто скажет, как оценит. Главное для меня, они всегда танцуют суперски. Охота всем вам пожелать крепкого здоровья, благополучия, чтобы у всех все было хорошо, и всегда у нас было мирное небо над головой. Yeah.
А говорим лишь вам до свидания, до новых встреч!